всем брендер взять, все у нас четыре разных исполнителя, да, это Хаски Реванш. У него вышел клип 5 дней назад, мы от него смотрели одну песню, такой Крот 17, да? А Сагат вызывает экзорциста, с этим исполнителем я не знаком. А Лянжей Бог, тоже с ним не знаком, будем с ним знакомиться. И Cold Eyes, обман глянем еще. В общем, не посоветовали. Давайте начнем с Хаски. Я так считаю. 5 минут, нифига себе. Ну, это, мне кажется, типа мини-фильм какой-нибудь будет, да? Очень интересно. 18+, но мне есть уже 18, мне уже 23 годика, как бы. Ладно, интересно все-таки. Исполнитель, да, такой, прям. Ну, это Хаски, да, я так понял? Я увидел фотку. Капсульной гости, не цепает земля, позволяет нас так колоситься вой. Утрит это фор, точка плачет, ой. Это заворочился прощет мой. Над могилой корчится парсита. Тут сидит на корточке, сам не свой. Скрип внутри моды слежалых мышц. Оставит под гос, побежать как мышь. В рассветной неге под мастер-гос. Как в этом небе мурашки звезд. Дышать на руки, крестясь в амбу. Охочу покупки припасть к стеклу. Тупи сердце учит в портмах. Вот густеет на хлеб хорьма. Крутят железы черный фарш. Червивое сердце поет тревах. Фантомный хуй надувает вен. И как отрыжка монтажная вен. Он деревенеет на рис. Мощно, да? Прям баба такая, прям боевая. Яйца млеют на изголовье. Каплями капают чужие дочки. Враги опорожняют стекачки. Враг боясь, лучше бить по силу. Короче, драйк, эту жизнь как штуку. А осень снимает милой парир. Солнце закаты грызет полы. Город свернулся к этому лык. Кидялся куда-то с тобой парир. Спит моя ночка кусок меня. Теплый сосок чуя. Чули целается колбири. Домогается парень звонка двери. Шок-шок замок на пороге труп. Космос зернистый висит кутьёй. Труп на пороге стоит как свой. Чашка корячится рафина. Чашка корячится рафина. Ночью вспенится чернозём. Труп. Заебался. Моя тоже. Нет, мороз. А что это? Это труба. Говорят, в нее жизненные перспективы видны. Угу. Блин, так все необычно, блин. Непривычно, на самом деле. Лучше бы я не смотрел. Ну да. Иди, иди, не ссы, я пока тут. Он всех убил уже, да? Тут будет так мою жену. Нюхать ком, курить траву. В глухих отелях сходить с ума. В клубах котелях сидеть, слова плясать. Разбрасывать супья фраз. Глядят опарыши, тупи глаз. Толпа кишит, как ансамбль Макрис. Подмотья кожи сползают в суть. Тут слегка горит парадам. Чеки трупов на моих плачёв. Хую программу края дачат. Бахты новых жиганий. Шагана вымок и парламентар. Армия мёртвых поёт террор. Трупы блокпосты по всем дорогам. Трупы сахарствуются в прайрех и холм. О, у меня прям в глазу вилка, блин. Я так понял, это семья алкашей, да? Ну, или какой-то нарко... этот... как его... наркопритон, да, я так понял, то есть, и тут какой-то... Капсульной гостиницы под землёй. Разваленных так сголосит свой вой. Последний дом призывает трон. Последний дух покидает дом. Трупи голена бардачка. Трупи порно-средечка. Трупи в деке тусят в тенце. Трупи
опять тень на твоем лице. На твоем лице. Ну так он уже купил, как они вообще восстали, то есть. Ага. Что это было, что-то я не особо понял, да, прям, но клип такой офигенный какой-то, фильм, да, как будто снят. Офигенное качество вообще съемки. Блин, это, конечно, давно я такой музыки не слушал, на самом деле, прям такой. Гениальная работа. Отобразить колумбарика как типичный российский многоэтажки, это же гениально. Один из самых насыщенных по концентрации, кто не ужас трека с альбома, он сразу оценил. А потом как увяз и гонял на репите, как полоумный. Жуткая атмосфера лицемерных семейных посиделок. Ну да, гениальная работа, ребят, не знаю. Не хочу ничего сказать лишнего, да. Мы сказали, что мне... ну как бы работа, да, как бы исполнители, это очень классно. И имеет место быть, все-таки такая музыка нравится людям, но она как бы такая, знаете, как на любителя, да. Я не сказал бы, что можно ее прям на репите, да, слушать, но... Не, ну есть люди, которым это нравится, но ну, тут все, мне кажется, со смыслом, да, все было отображено, поэтому ну, просто на любителя, так сказать. Фух, мне что-то такие мурашки, похоже, пошли. Ладно, давайте дальше глянем. Сагат вызывает экзорциста. Вышел он 2020 года. Люди полюбили, которого я создал. Шум завышает все мысли. Стоп, субтитров нет, блин, что ж такое? Какая-то музыка из ада, да? Я даже не знаю, с кем его сравнить, наверное, с Гостменом, да, наверное, как бы из Запада, из русских вообще не знаю, то есть
Нифига себе, блин. Очень мрачно, на самом деле, и очень бьет по ушам, блин. Я как бы... Ну, есть такие фанаты музыки, да, это я не являюсь фанатом этой музыки, я смотрю это как любитель, так сказать, да, как бы как меломан, то есть я вообще меломан, мне разная музыка нравится, но вот здесь, конечно, блин, очень сильно по ушам бьет, я не знаю. Это прям очень на любителя, просто вкусовщина, да. Вызываю экзорциста, очень мрачно, так очень прям. Фух, ладно. Неплохо, так сказать. Не сказал бы, что мне вообще прям понравилось, но имеет место быть и такая музыка тоже, так сказать. Ну и познакомился с новым исполнителем, это хорошо. Погнали, Лиаджи Бог. 29 июля вышел, да, клип. Не знаю этого исполнителя, вообще не знаю. Что ожидать? Да. Сегодня последний день, когда мы можем спокойно поговорить с тобой. О том, что когда переходишь черту, становится поздно смотреть назад и лечить себя. О том, насколько тебе важно быть здесь. О том, сколько еще не успел рассказать. О том, надо ли тебе это. О том, насколько сильно тебе нужен финал. Однажды все мы дойдем до финала, и каждый скажет, что обратно хочет в первый раунд. Слеет правда и свет от тени, где дремлет стадо. Прозреет завтра тебе к метели, ты сын ислама. По-любому ты попал в катакомбы, коли ты домашний типок, как запомни. Около тебя не говорят о покойном, для меня по кайфу ебать эти трубы. Они замораживали пламенем губы, плавили трубы, трахали губы. Доброго типа, который правильно думал. Вот ебали среду, всегда бончей от силы. Мы боремся за то, чтобы семья была сыта. Мы боремся за то, чтобы семья была сыта. Офигенный у него голос, да, и читка, как у Оксимирона, да, немного такая быстро-быстро. Прикольно, блин, нифига себе. Носим так же мокрые цветы, типам на могилу. Ведь это жесть, все это та, что ты делила. Надо поменять себя так, чтобы не хотелось убивать себя, брат. Чтобы люди говорили, нихуя себе, бля. Все захотели добиваться во плаку, летать на базар. Но где же это сейчас, что не надо стрелять. Это линзы, да, у него такие, нифига себе, прикольные, как у Гостмейна, да, что-то такое. Вот так много без нас, и только во сна, если бог это яд, школьник в дверях. Однажды мы ветреным сутогор, однажды мы сядем в пробор, заберемся на лице и сами смело полой, не бойся, ведь мы останемся с тобой. И время как вода, большие города. Чем же сила, брат? Пропитый Ленинград, любимый, бля. Купил меня около года назад, до того, как я понял то, что надо что-то менять. И горе твое откатит назад, не получится. Жизнь покалечила, так мучайся. Что за года, но то сбудется. Горе сутрится, навеется лица. А я не закатывал трик, я заказывал жизнь. Сука, даже тобой не пытайся доказать мне то, что об этом не надо говорить. Я это не выбирал, коли выпало без и было в кафе. Сыпаться до боли по полям, да по кайфу. Я по навокале, сыпа поля, сука, рода, да бы ты что-то посадил за похожие образы. То ли не лишь блядь, то ли миши дед, то ли вижу кем. То ли миши дед, то ли фиши, да море ищет кем. Запаривай, тупо на пятах, чтобы типа тут замыливать. Улицы похавали меня, перезаправила. Твоя слабость, твой палево. Лёг на меня роса, на поля. Лёг на меня краса, на земля, на шоке. То, что мне бесконечность, и так сладко к себе манит меня. Но мы знаем то, что нам еще так рано, рано, рано. Спасибо, оппоненты не судят.
сам решаешь, каким будет твой финал. Будет ли он последний или это только трамплин? Другая музыка. Бог появится. Может завтра. Бог появится, может завтра. Офигенный клип, офигенная песня, прям. Ну, блин, не знаю, ребята, это очень классная работа, прям шедевр какой-то для русской эстрады, так сказать, да, прям очень так, не знаю, мне очень понравилось, честно. Прям после Сагата это прям, не знаю, рай для ушей на самом деле, потому что Сагата это как бы он прям бьет, а здесь прям очень мелодично, прям голос такой, как бы офигенный, прям мне очень понравилось. Спасибо за совет, что мне посоветовали. Эта песня прям классная, не знаю, может, что-нибудь еще глянем, если Анжи пишет свои комментарии, что-нибудь еще глянем обязательно. Мне понравилось, честно, прям очень атмосферно, очень атмосферно. И давайте глянем Cold Eyes, Обман, не знаю, что это. Ну, знаю исполнитель, конечно, собственно, не знаю, что это. Сердце обман, сердце пизда. Сумка пизда, что ли, тебя. Сумка Версачи, 0-4-этаж. Сучий характер, фейс на все карты. Весом полграмм, солнце поярче. Вижу лишь сиськи, жопу покажешь. Не понята, не понять важно. Ни санабан, ни санамай. Сердце обман, сердце пизда. Сумка пизда, что ли, тебя. Сумка Версачи, 0-4-этаж. Сучий характер, фейс на все карты. Весом полграмм, солнце поярче. Вижу лишь сиськи, жопу покажешь. Не понята, не понять важно. Ни сана банк, ни сана май. Ни сана деньги, я не колье. Ни на ход матч, потеряв людей. Ни ко мне лицом удачи, жопа ярче краски. Колье в руках, мутопая в танце. На лике протоптал дорогу. Из-за денег, здесь так много. Из-за денег тебе там так сложно. Как миллион сапфиров утопаю, проще забыться. Сон, 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 только там мы с тобой. Не бой, солнце плавно падет. Я здесь самый жесткий зиблок. В нем соль, вины, доли, забой. Ой, ой, просто бой, ой. Просто бой, просто бой. Сердце обман, сердце пизда. Сумка пизда, что ли, тебя. Сумка Версачи, 0-4-этаж. Сучий характер, фейс на все карты. Весом полграмм, солнце поярче. Вижу лишь сиськи, жопу покажешь. Не понята, не понять дважды. Ни санабан, ни санамай. Сердце обман, сердце пизда. Сумка пизда, что ли, тебя. Сумка Версачи, 0-4-этаж. Сучий характер, фейс на все карты. Без полграмм, солнце поярче. Вижу лишь сиськи, жопу покажешь. Не понята, не понять дважды. Ни санабан, ни санамай. Слушайте, очень даже классно, да, блин, очень мелодично. Как бы для исполнителя он, получается, год, да, делает музыку? Год, да? Ну, очень классно звучит, прям, не знаю, мне чем-то напомнило Улукманапа, да, ну, чем-то, да, на самом деле его голос немного не похож на Улукманапа, но все же такое, правда, не знаю, откуда он, да, наверное, из Кыргызстана, да, какого-нибудь, наверное. Честно, не знаю, но песня очень классная, прям очень классный бит, и его голос классно как бы сочетается, ну, с битом, то есть, как бы, очень приятно звучит, и, как бы, и тут упор сделан больше на музыку, да, мне кажется, а слова это уже второстепенные, так сказать. Ну, честно, мне понравилась, классная работа. У меня тут еще песня «Молчишь», «Девочка», «Тащерт», «Кризис». Интересный исполнитель, всем советую, гляньте его песни, послушайте, может, вам тоже зайдет, понравится. И обязательно еще что-нибудь гляну из его композиции, так сказать, да? Ну, в общем, как-то так. Мне все понравилось, ну, кроме, кажется, Сагат немного был странный такой, как бы, исполнитель для меня. Хаски тоже. Не, Хаски, в принципе, там прям мощно, очень мощно. И Лянджи очень прям мне засел душу прям. В общем, как-то так, ребят, были Камочки Фэмили. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии обязательно. И, ну и, как бы, и лайк, кстати. Всем удачи, всем пока, еще увидимся.